Итак, привет, YouTube, привет, подписчики канала. Как вы уже знаете, я купил себе вот такой станок. Вот, и это вторая часть видео, потому что при распаковке я не показал вам вот это стекло. Оно было в комплекте, я его потом в ящике увидел, нашел, поставил. Это защитное стеклышко. Вот оно вот так выглядит. Хотя лично меня очень смущают барашки возле... Ну вот, вот в этой части, вот, мне кажется, что они должны быть здесь. Вот, они стоят все-таки не на месте, как по мне. Ну, в принципе, это переставим. Вот, а сейчас пытаюсь включить и вместе с вами посмотрим, как он работает. По дереву все отлично, достаточно как бы мягенько. Вот. Сейчас попытаемся сделать тест по металлу. Сверло, правда, тупое. Вот, ну, посмотрим. Есть у меня вот всякие куски, обломки. Ну, вот как бы его и поставим. Нам тут точность не надо. Вот такая. Посмотрим, как он будет тянуть. Ну, как мы видим, с металлом все тоже легко и замечательно получилось. Вот. Ну, собственно, это мне от него и надо. Вот. Больше никаких чудес я от него не жду. Так что я думаю, что это однозначно будет лучше, чем дрель. Вот. Ну, а двигатель мощности хватает, не останавливается. Ну, а дальше будет видно. Подписывайтесь на канал. Вот, хотите дальнейшие отзывы, поставьте лайк. Вот, я буду знать, что вам интересно. Вот, через время я вам смогу о нем сказать все. Все, спасибо, что смотрели. До новых видео.